Всем привет, дорогие мои друзья и кружевам настроение, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 3. Так, все это фигня последняя, ребят, я надеваю, короче, эту броню, беру в руки булаву. И знаете, что я буду? Я ее буду просто-напросто улучшать. У меня есть очки для улучшения, сколько? Ага, отлично, давайте потратим. 565 очей я трачу на улучшение. Так, а я еще смогу? Оу, я еще смогу даже сделать. Ох, ребята, вот это класс. Самое главное, что теперь нужно это все протестить и посмотреть, как мы будем сейчас с вами наказывать этого охламона-шамана. Ну что, ребятушки, давайте непосредственно уже переходите к бою. Какая, блин, дуэль? Нам не нужна дуэль, нам нужна сюжеточка основная. Ну, где ты там, блин, шаман, на которого я столько нервов убил, а? Так, вождь, иди сюда, блин, вождяра. Посмотрим, ребят, насколько... У-у-у-у-у-у, ребята, да... Ну, извините. Ему просто не повезло, что я немножко усилился. Вот и все, ребята. Ну, теперь-то он вообще вата у меня. Ха. Так, ну что, первый раунд за мной. Если мы сейчас так еще два раунда с вами замечательно сделаем, то это будет очень круто. Погнали. Оу, пол хп как не бывало у него. Вы посмотрите, я просто красава. А вот броски почему-то мало отнимают у него жизненной энергии. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы посмотрите, что происходит. Теневуха-то меня жарит не по-детски. Ладно. А, только хотел сказать, пора его прожимать. Но не вышло. Хорошо, он сравнял счет. Ну что, ребятушки, третий раунд. Пока ничья. Поехали. Ну иди сюда, Олух. Опа, нет. Не позволим мы, ребята, ему. Тихо, 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 не буянь. Ай. Бросок это никчемный, ребят. Сейчас удар здесь. Все, вот теперь пора пом... Хотел сказать, пора с ним заканчивать. Но все равно. Оу! Он просто сам прыгнул на мой молот. И бам! По коленочкам. Ну что, как видим, уже второй раунд за нами, ребята. Отлично, великолепно. И я думаю, что мы его здесь порвем все-таки. Ну иди сюда. Дисхорны в руках. Нет, этого не надо делать. Не балуй. Когда Рэй в гневе, лучше не надо тут применять свои супервозможности. Так, ну что, ребята, так и похороним его в этом уголочке, да. Ну вот, наконец-то мы его и прошли. Оказывается, он с нуля. Ну и что же он нам здесь пропоет? Вау, мы еще и получаем с вами новый уровень, 15-й. Я нас всех с этим поздравляю. Награда, ну понятно, тут только денежка будет. Так, ритуальный доспех, неплохо. Поводок, это не знаю для чего там. И племенной шлем, обычный. Так, и улучшенные бомбочки. Редкие, 550, ага. Так, бонусная карта, глянем. Ну и что же нам дадите? Ну давай, давай, быстрее ты прогружай. Ага, племенной шлем, понятно. Ничего такого, ребят, хорошего. Вот это для чего у нас? Вот этот доспех, но он обычный, ребята, понимаете? Этот доспех обычный. Я даже не знаю, но он крутой. Вы одолели вождя, но он так просто не успокоится. Ах, если бы тень был здесь, он бы никогда такого не допустил. Говорит Мойра. Хм. Ты действительно хорошо знала тень? Где он сейчас? Он на севере, там, где моя родина. Но он очень давно не приезжал, очень давно. Угу. Понятно, очень давно не приезжал. Хорошо. Так, ребята, что будем с вами сейчас делать? Может быть, нам попробовать заточить еще что-нибудь маленькое? Так, подожди-ка, давайте-ка возьмем, наверное, бомбочки вот эти вот улучшенные, да? Почему бы и нет, смотрите-ка. Воу, крутые должны быть. И вот теперь у меня дилемма, стоит ли брать вот этот вот доспех или нет? Ну, давайте возьмем, посмотрим хотя бы, что он. Ну и выгляжу я. И один слот у нас для перка, к сожалению, ребят. Я даже не знаю, какой всунуть. Может быть, карусель? Это я имею в виду удар ногами. Да, наверное, сделаем так. Улучшать я не буду ничего, потому что я еще даже не знаю. Ну, выглядим мы, конечно, по-чухонски в этом доспехе, если честно. Так, ну что ж, давайте смотреть дальше. Раз тень на севере, значит, мы тоже отправимся на север. И я хочу забрать тебя отсюда, Мойра. Ты поедешь с нами?
Я не знаю, что делать. Тень говорил, что мне нельзя покидать остров, но я очень хочу снова его увидеть. Вы не посмеете увести дитя. Вместе с ней из земли острова уйдет сила. Остров разгневан, остров покарает вас. Тебе что, мало было, что ли, олух, а? Опять он пришел, ребят. Гнев острова безумно. Разберитесь с тотемами вождя. С тотемами? Ну, давай пос... Оу, тотем. Ребят, это какой-то каменный голем, что ли? Хорошо. Ух, големчик, ты уж меня прости. Блин, убьет он, хорошо. Ну, по-моему, пора с ним завязывать. Тихо. Оу, хе-хе-хе. В стане был, ребята. Ну что, давайте его хранить, как обычно, в нашем любимом уголку. Нет, чуть-чуть, конечно, не дошли, но, тем не менее, мы его победили. Так, давайте также еще один раунд шикарненько проведем, чтобы он знал, собака, свое место. Ну и вместе с ним, конечно же, шаман этот. Что-то не хочет он. Кувалочка мне, конечно, нравится. Оу, ёкалы, это что такое было? Что это за супер пляски с булавой? Мне это... Ага! Ну, понятно, ребята. Это великая была ошибка с его стороны. Чмошник ты этакий. Супер удара у него больше не будет теневого, так что... Все, хана ему, ребят, я думаю. Погнали. Ну-ка. О, мы его и оглушили. Так, давай-ка. Вот так. Ну что, понравилось тебе, сынуля? Слушай, а вот это вот фигня, по-моему, ребята. Ну что это за ересь такая? Какое-то облачко образуется, которое даже не наносит урона. Да, бомбочка, ты меня расстроила. Ну-ка, вот, все, ребята. А вот теперь, не-не-не-не-не. Мы успели, мы опередили его, этого говнюка мелкого. Ну что же, я нас поздравляю с очередной победушкой над каким-то там големом каменным. Мы немножко подросли еще. Так, наградушка у нас тут, галдишечка. Так, зазубренная какая-то фигня, кожаная накидка и племенной шлем. А что-нибудь хорошего дадут или нет сегодня? Ну, что достанется? Ага, ритуальный доспех. Улучшили мы его. Ну ладно, хорошо, пускай будет так. Некогда нам это рассматривать, поехали. Пора заканчивать с этим самопровозглашенным вождем. Он угнетает жителей. Это точно. Уводите Мойру с острова. Вождю будет неоткуда черпать свою силу, а я соберу поселенцев и помогу им противостоять вождю. Осторожно, на его острове есть люди. Когда они родились, он уже правил. Они не помнят времен тени. А нам-то какая разница, что они не помнят? Вспомнят, узнают. О, ребята, глава пятая безумно у нас. Эх, безумно. Я даже не знаю, что... Так... О чем говорила Мойра? Местные, которые не помнят тень, сколько прошло лет? Сколько лет самой Мойре? Я вспомнил. Я видел Мойру на портретах в замке Легиона. Это точно она. Неужели Мойра из моего времени? Да, вопрос, конечно, очень интересный, Маркус. Почему бы и нет? Мы уже повидали много удивительного. Стойте. Кто это такие? У них оружие. Приготовиться к бою! Так, что у нас там? Воля Создателя. Помешайте огненным стражам преградить путь к кораблю? Они что, меня смешить решили? Что за огненные стражи еще тут? Так, огненный страж. Опа-на. Ну давай проверим тебя на прочность, братюня. Мы его оглушили. Так, отлично прописали, великолепненько просто. Да-да-да, конечно. Не пыхти лучше здесь, сынок. Да, конечно. Как же это оружие-то называется у него, а? Кусугари или как-то там? Такое длинное и странное название. Ну, я смотрю, этот сынуля юркий паренек, уворачивается. Но чувствую, ему пора падать на боковую, ребята. Нифига, бросок практически вообще ничего не отнял, но вот пробивной в голову, так скажем, его добил. Блин, мне не нравится эта броня, выглядит как-то дешмански, если честно. Как, я как бичара, блин. Вообще, по-моему, это для женщины, блин, больше подойдет. Ага, конечно. Держи ноги при себе, сынок. Вот ненавижу больше всего, когда они, ребят, встают в стойку. Что? Блин, сбил, гаденыш, на. Дыхни. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Нифига он там камбуту прописал.
Так, сынок, успокойся, пожалуйста. Успокойся. Хорошо, прошло. Так, ребят, буду прожимать. Эть, не прожал нифига. Так, главное не дуркануть. Ну, ты будешь, гад, дохнуть уже или нет? Все, добиваем. Бэм, прям в корпус, мой, ребят. Со всей-то дури. Я представляю, вот такой булавой, да, с размахом. Куда-нибудь в тазовую кость звездную. Так дуреешь сразу. Ладно. Ну что, награда у нас, как обычно, голдишка и кожаная накидка. Ну что это за бичевство? Мельница лезвий. Что-то новенькое, ребят, такое. И боевой сакат. Карта. Давай глянем, наверное. Надеюсь, нам не выпадут. Нет, ребят, я уже думал, какие-нибудь трусы рваные, как обычно. Так. Эти создания лишь исполняют волю тени. Не дать Мойре покинуть остров. Они как теневые боты мастера Акады. Но на порядок сложнее. Откуда у тени были такие технологии еще до постройки купола? Да, мне тоже интересует этот вопрос. Технологии здесь не самое странное. Как Мойра слышит теневой разум? Как она умудрилась оставаться ребенком столько лет? Видимо, тень каким-то образом сделал ее бессмертной. Я жду не дождусь встречи с этим удивительным человеком. Ух ты, а как я-то жду встречи с тенью. Да, ребята, это будет ностальгия, так скажем. Мойра, кто это? Он выглядит как легионер, и он будто совсем не слышит нас. Почему он преграждает нам путь? Кто, интересно, такой? Это спящий рыцарь. Когда-то он пришел, чтобы забрать меня домой на север. Совсем как вы. Но вождь усыпил его разум. Этого генерала я знаю. Не лично, но видел его на парадах. Его взор затуманен, говорить с ним бесполезно. В атаку! Хо-хоу, генерал какой-то, да, будет? Хорошо, ребят. Я не... Что там у нас? Невозможно! У нас сложность невозможна, ребята. Ух ты, ты, братюня, не слишком ли тяжелая для тебя вот эта вот штука в руках, а? Ну, мы его... Опа! Ой-ой-ой, как больно. Нихера ты бомбишь! Чудило, ты успокойся, пожалуйста, не, а, спящий рыцарь. Так. Не-не-не-не. Да, ребята, все понятно. Мне здесь все ясно стало вдруг. Что мы будем отгребать, да? Бум! Просто вот так вот взял мне пяткой в морду. Чпок. И отлетел. И лежу, и отдыхаю. Так. Ну-ка, давайте-ка, ребята, по повтору. Я немножко недопонял. Кто здесь спящий? По-моему, я здесь пока сплю. И не могу врубиться, что надо сделать. Хорошо, прошло дело. Он задолбал своими топорами. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот и все, да, на этом. Скорее всего, да, ребята. Потому что у меня здоровье-то... Да он повторяет, опять же... Блин, своим вонючим сандалем мне по лицу. Блин, надо что-то делать, ребята. Ну, будем играть. Ну, для начала я, наверное, знаете, что сделаю? Поменяю броню. Я не хочу бегать вот в этом хламе, который на мне сейчас одет. И кожаная накидка нам тоже нафиг не нужна. Давайте поставим, наверное, мне кажется, вот эту бронечку. Нет, а лучше всего мою, наверное. Да, ребят. Так, и улучшим ее. О, вы посмотрите, как она круто улучшилась. А еще могу? Нет, к сожалению, не могу. Жаль, жаль. Так, а что мы можем вообще улучшить? Вы посмотрите, у меня просто эпик броня стала. Ё-моё, какая эпик, лего. Шлем можно усилить? Можно, ребята. Давайте шлем заодно. Круто у нас повышаются параметры. Больше нельзя, к сожалению. А что можно еще, а? Бомбочки можно? Могу. Давайте сделаем. Я, правда, не знаю, будет ли это влиять на общую суммарную мощь. Но даже если будем стрелять, это уже будет хорошо. Так, все, ребята, очки у меня закончились. Нет, можно еще разочек. Давайте сделаем. И на этом все. Так, смотрим, как у нас там. Ага, уже сложно, по крайней мере, стало. Фух, была не была, давайте бомбить. Надеюсь, что бомбить. Спящий рыцарь. Ну, давай поговорим. Сейчас проверим заодно, как у нас будут проходить удары. Ой-ой-ой, все равно слабенько мы бьем, ребята. Слабенько. Но зато защита у нас... уже в разы лучше. Ты отвянь от меня, говнюк. Ай. О, смотрите, топориком. Я уже, ребята, держу удар топора. Не так, как раньше. Оу. Оу. Больно. Все, он добьет меня сейчас. Он сейчас меня добьет, ребята. А может быть и нет. Черт бы тебя побрал, а, спящий солдат. А, рыцарь, блин.
Так, у него теневой удар сейчас будет, ребята. Оу, ты промахнулся, роднуля. Блин, надо его наказывать. Ай, сбил собака, удар мне теневой. Хе-хе, подловил его. Ну, добей. Черт, не добило, не добило, не добило. И, ну, ай. Ну, последний шанс, ребята. И, по-моему, блин, да как? Он урод, он урод. Вот что я могу вам сказать точно. Как я мог промахнуться, блин, размашистым ударом? Я не понимаю этого. Так, ладно, хорошо, первый раунд за ним, блин, сопляк, а? Ладно. Немножко мы его погладили по головке. Давай еще подбодрим. Так, он встанет, ребята, все, давай. Опа. Нормулька, все хорошо. Давай-ка, бросочек. Вот так вот, полежи маленько. Ух. Так, ребят, я, знаете, что, наверное, буду делать? Я вот так подумал. Сколько мы с ним боев уже провели? Блин, да достаточно. И я думаю, что нет смысла это все показывать в видосиках. Давайте, наверное, мы будем монтажировать. Во! Готов. Ну что же, 1-1. Буду монтажировать, ребята, вырезать вот эти вот ненужные бои, где мы-то с вами пукали-пукали, и ничего у нас не получалось. И будем уже основу оставлять. Я думаю, и вам будет так интереснее, да и мне проще. И рендерится видео будет быстрее. Но... Так, погнали. Ну, я боюсь, сейчас теневуху включат. Эй, сопляжи, ну... Оу, это ж вот это вот удар был. Ладно, ребята, мы не падаем духом. Ох, как ему не повезло. Крит в голову. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он встанет. Все, ребята, я думаю, что сейчас ему будут кранты. Ой, подловил меня сопляк. На-ка, получи. Видели у него какой был удар, ребят? Он при нанесении мне урона восстановил себе хп. Ну, прижучим или нет? Ай, больно было в нос прям. Да. Ну что же, спящий солдат отправляется дальше в спячку. Ну, а мы с вами победоносно идем дальше. Совсем скоро уже будет 16 уровень. Денежку получаем, конечно же. Так, боевой меч, фигня какая-то. Латы мародера, четырехлистное лезвие и видосик, наверное. Облегченный колпак, ну это ерунда, конечно. Ладно, неважно. Продолжаем. Мойра, как вы впервые встретились с тенью? При каких обстоятельствах? На наши земли напали теневые твари. Я оказалась заражена странной болезнью, скверной. А тень пообещал меня вылечить. Даже вот так вот. На острове болезнь не развивается. Но только пока я здесь. Это было давно. Сейчас вестники владеют множеством способов лечить теневые болезни. Мы тебе поможем. Да, поможем, конечно же, ребята, если такая у нас возможность будет. Мастер Акада. Смотри-ка, все живы. А что это за ребенок с вами? Вы ведь помните, о чем я вас предупреждал? Это Мойра, она поможет нам найти тень. Надеюсь, она освободит Джун от влияния теневого разума. Господа, я вынужден вас прервать. Из воды появляются странные существа, и они готовятся напасть на нас. Кто еще там такие? Так, почти у цели. Очисти корабль от амфибий. Безумно, ребята, у нас. Ну что же, пора смотреть, кто. Амфибия. Ага, понятно. Блин, опять с этими крюками она. Черт бы побрал. Ну, вроде бы неплохо идет. Ага, дудки. Оу, вот это он прожарил. Да успокойся ты нафиг. Да ты достал уже, блин. Ты дашь мне хоть что-нибудь-то сделать, блин? По-моему, нет, ребят. Нифига он мне не даст, блин. Ну, попробуем. Вот так вот. Не, нихрена. Не прокатывает почему-то, ребят. Броски очень мало отнимает. У меня очень мало здоровья. Он еще и в теневуху. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот как вот? Я вот не понимаю вот этого дебилизма. Вот он выстрелил, я нажал вниз, присесть. И он... кряхтит там что-то. Я не знаю, как штаны наложивший, блин. Что с ним не так? Я не пойму. Начали, конечно, начали, блин. Ой, и довольно неплохо начали. Так, нет. На этот раз мы, ребята, с вами будем играть сосредоточенно. Так, получил. Ага, он еще и встанет. О, уже пол хп нет у него. Вставай давай, нищеброд. Я тебя отправлю обратно за борт. Что?
Что ты тут прыгаешь мне, а, кузнечик? Ты должен плавать, а не прыгать. Ой, как не любят они вот эти вот подсечки, ребята, ой, не любят. Тихо ты, лезешь. Ах ты, сопляжик. Ну, добивочно, ребята, это стоп-пудняк, да. И потерял он там свои крючки. Засранец. Невежа. Так, ну что, ребята, собрались. С мыслями. Полная концентрация энергии ЦИ. Погнали. Ага, хорошо получилось. Что, что? Ага, отпрыгивает, ладно. Блин, я боюсь энергию. Включил, включил. Тихо, тихо, подожди, подожди, ребят. Подожди, потерпим, потерпим маленько. А теперь пора. Что ж такое-то? Эй! Подловил у меня сопляк, а? Подловил! Я купился как наивный ребенок. Ладно, ребята, у меня сейчас тоже теневуха накопится. И посмотрим, что у нас. Вот она, вот она. Ну! Хорошо, так как получилось. Ну что, бомбочку? Блин, промазали бомбочки. Ладно, еще раз молотом. Ой, да он еще и встанет. Ой, родной, прости меня. Прости, амфибия. Я думаю, тебе пора опять отправляться на морское дно, откуда ты и вылез. Да. И я рад за нас. Отлично получилось. Победа, ребята. Даже сам этого не ожидал. Ой, еще, наверное, уровень. Мы с вами получим 16 левел. Так, а что такое? Доспех морского дьявола. Кожаная накидка. И опять кожаная накидка. Карту. Ну давай, не томи. Ай, металлический швангоу. Они мне не нравятся. И никогда не нравились, ребят. Ладно, поехали. Кажется, я успела как раз к отплытию. С вождем-угнетателем покончено навсегда. Островитяне избрали нового вождя острова. Ура! Наконец-то. Спасибо, Джун. Теперь никто не пострадает из-за меня. Кто страдал? О чем этот ребенок толкует? Откуда вы ее вообще взяли? Я же просил вас быть осторожными. Кто она такая? Мойра, расскажи, пожалуйста, мастеру Акади и капитану Фангу, кто ты такая. Мойра? Мойра, что с тобой? Оу, а что с Мойрой? Что с Мойрой? Невозможно, ребята. Вот у нас уровень сложности невозможно, и что-то случилось с Мойрой. Я чувствую себя хуже. Нельзя было уплывать с острова. Тень был прав. Оставьте меня здесь и бегите. Ты пугаешь меня, Мойра? Ты так побледнела. Что происходит? Джун, отойди от нее, сейчас же. Я не могу. Я больше не могу его удерживать. Прости меня, Джун. Ух, победи скверну. Слушайте, мы с вами как-то бились со скверной, вы помните, да? Ну-ка, неужели опять она? Ой, а вон, смотрите-ка. Мой ротом... А это кто? Ангел. Ангел, значит, да? Хорошо. Давай посмотрим, что она из себя представляет. У нее меч длинный, двухручный. Ребят, отгребает она все равно. Не по-детски, вы посмотрите. Нет, вот в защите концы, да, тут ничего не могу сказать. Так, броски, ну, вроде бы неплохо идет все. А почему, интересно, здесь безумно? А, даже невозможно. Тихо, 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 тихо. Ой. Опачки. Так, а мне как-нибудь можно сделать свой теневой удар, а? Ребят, как думаете? Ой, сбила она мне. Блин, промахнулись. Слушай, она тыкает своим мечом меня, и мне больно. Так, ага, в стан мы ее вогнали. Давай-ка по-быренькому. Слушайте, ну мне кажется, реально, я надеюсь, знаете что? Что у нее не будет... Тихо, 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 не будет трансформации. Ай, жесть. Трансформации, вот, например, мы первый раунд побеждаем. Помните, как в какой же игре мы победили чувачка, потом он превратился еще в какого-то там лашпена. И мы долго-долго пыхтели, пока его победили. Вот я здесь смотрю тоже, да, вот она в тенюхе, этот ангел. Ничего такого сверхвыдающего я не вижу. Обычный солдат, обычный воин. Такой же смертный, как я понимаю. В общем, мне нужно хотя бы разок победить и посмотреть, что будет во второй фазе. Да ты достал уже меня в корень, а? Слушайте, ребят, ну она очень боится именно моих подсечек. Вы заметили? Броски тоже она не очень хорошо переносит. Вот удары как-то не айс заходят по ней. Не айс, конечно. Ой,
Да ладно ты, блин, ты со своим суперударом ты достал, а? Валяйся нафиг, хмырюга. Бум! Так, ну что, ребят, вот мы сделали победу. Давайте теперь смотреть, будет ли у нас какая-нибудь трансформация или же нет. Мойра, не плачь, я тебя защищу, родная моя девочка. Нет, ребят, по-моему, ничего не изменилось. Как ангел был, так ангел и остался. Так. Слушай, а вот если я буду, интересно, одними пинками ее бомбить, будет от этого у нас выгода? Ай, не дает. Она меня перебивает, ребят, на как раз самом главном этапе, блин, запуска моей теневой способности. Да чтоб тебя! Блин, у нее очень длинный меч. У меня кувалда-то, в принципе, тоже неплохая. Но как-то у нее размах уж больно, больно сильный. И далеко бьет. Так. Получи, получи, получи. И... ага. Хорошо пошло. Почти одинаковое здоровье у нас. Ай, я же думал, сейчас пропишет. Так, у нее опять теневой удар накопился, ребят. Опять. Не дадим, не дадим ей использовать его. Черт-то с два. Угу, понятно, ребята. Достанет меня, хоть отпрыгивай, хоть ты в блоке стой, хоть ты там пляши на голове, все равно она тебя достает. Ну ладно, давай еще попробуем, пока не все потеряно. Оу, а теперь боюсь, что уже все, все потеряно. Ты посмотри на нее, а. Да, ребята, это бесполезно. Че, я тут без оружия ничего абсолютно сделать не смогу. Ладно, хотя бы посмотрим кое-что, ребят. Я вот, блин, хотел протестить. Так, если я вот ничего не делаю, смотрите. Могу вперед также, наверное, идти, и она... ну-ка. Вот. Да, ребят, если я просто иду и ничего не делаю, она меня не пробивает. Ну, как бы пробивает, но не такой уж мощный дамаг наносит. Так что в этом есть смысл. Ладно, хорошо. Победа за ней. Нам, ребята, деваться некуда и придется как-то выкручиваться. Погнали, сейчас будем драть ей задницу. Фух. Ну, где ты там? Чувырл, иди сюда. После 10 чашек кофе, я думаю, тебе против меня не устоят. Ребят, я, короче, буду делать сейчас акцент именно на подсечке. За столько боев я увидел, что это самый эффективный способ завалить ее именно подсечками. А боится она их. Ага, так, отлично. Тут даже не столько махать кувалдой нужно, сколько вот именно подсечки. И вот эта вот комбинация, ребята, она очень хорошо ее пробивает. Будем надеяться, что все-таки у нас что-нибудь получится. Не надо свой, блин, теневой удар, а? Успокойся. Нет, ребята, контрим ее, контрим. Хотя бы до тех пор, пока у нее не кончится теневуха. Фух, все, теперь можно немножко расслабиться. Так, у меня зато есть суперудар теневой. Но, ребята, знаете, в чем проблема? Вы прекрасно видели, что сколько мне нужно было сделать попыток, чтобы его реализовать. Она всегда меня сбивает. И... так, давай-ка вот так попробуем. Оп. Слушайте, ну... есть. Первая победа за нами. Фу. Так. Я чувствую, что все-таки школа мастерства дает о себе знать. Так правильно, сколько можно? Ё-моё, это какая? Какой у нас, ребят? Я уже сбился, если честно. 25-я попытка? Или... ну, 20-я где-то, да? А может быть поменьше, конечно, немножко, но все равно много мы с вами тут... во, опять, ну, видите, вот, ну, нереально, ребята, сделать вот просто этот удар. Я уже пробовал, и когда... так, не ногой так мечом собьет, не мечом так еще чем-нибудь, ага, дудки тебе. Так, поэтому давайте все-таки подсечками, ребят, дальше продолжать ее бомбить. Ой-ой-ой-ой. Так, хорошо, прошло очень хорошо. Особенно, когда комбинация у нас проходит полностью, ребята. Вы видите сами, да? Очень замечательно отнимается у нее здоровье. Так. И вот сам... ой, не надо. О, сбили вовремя. Блин! Ай, роковая была моя ошибка, ребята. Роковая. Да. Тут шансов, конечно, нету. Ладно, хорошо, 1-1. Счет у нас... блин.
А я хотел взять фору. Не получилось. И ладно, давай продолжать дальше. Ах ты, соплячка. Блин, когда она стоит в блоке, вообще ничего не отнимается у нее, ребят. Просто вообще... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Блин, задела комбинацию своей. Нет-нет, все-таки мы не будем спускать, ребята, с нее глаз. Будем долбить ее именно подсечками. В промежутках будем бомбить молотом. Ну, молотом нужно подловить ее в очень такой... хорошей позиции, чтобы 100% комбинация прошла. Ай. Так, отлично. Вот сейчас на 100% хорошо было у нас сделано. Увернулась, увернулась, говнюха. Вот так, лежи. Так, давайте суперудар пробуем. Есть, прокатило. Отлично, ребята, она встанет. Давайте еще разочек. Вот так, бросок. И не даем. Ой, сейчас сделает суперудар, да? Слушай, она достала на самом деле. Это жесть. Это жесть какая-то была. Как она умудряется, блин, я не понимаю. Ух, наши шансы тают просто на глазах, ребят. Я уже даже не знаю, что и делать. По большому счету, ничего мне сложного нету. Абсолютно, ничего я не вижу. Просто элементарно где-то не так сходил. Не вовремя раскрылся. Не вовремя, блин, удар провел. А она ничего особого нету. Ну, контрить, да, чтобы не делала суперудар. Но это реально, ребят, за контрить, понимаете? Да иди ты сюда, хукаешь мне. Ага. Вот это вот излюбленное у нее. Как говорится, обходить тебя и потом бить. Так, неплохо сейчас было, ребята, неплохо. Очень даже хорошо я встал. Ага, что он там? Видимо, поджидает, хочет суперудар, да, свой теневой сделать? Нет, не тут-то было. Ха-ха, тихо, тихо, куда ты? Я уже понял тебя. Ай! Ребят, мы не должны проиграть, у нас... Ух! Во, воу, вот это классно получилось, ребят. Прямо она хотела сделать полет ангела, и мы ее подбили. Вы видели, как вообще замечательно вышло? Слушайте, ну мы сравняли счет, и, как говорится, сейчас решающий бой. Либо-либо. Конечно же, я буду болеть за себя, ребята. Я надеюсь, вы тоже за меня будете болеть. Ага. Так. Блин. Да что ж такое, не пробить ее, ребят. Просто не пробить, и все. Вот теневуха есть. Надо как-то... как-то использовать, ребят. Ну-ка. Ай, ну вот почему? Ну вот почему так получается? Ну... я, кстати, вот из-за того, что использую теневой удар, могу, ребята, попутиться. Я лучше нафиг не буду больше чем заморачиваться. Невыгодно, короче, мне. Ой, бросок, да что ж ты будешь делать, да? Очень много сам туплю, ребята, очень много. Пропускаю такие нелепые удары порой, что просто самому смешно и стыдно. Да чтоб тебя, а! Так, упала она. Черт, уворачивается. Ай-яй-яй-яй-яй. Комбинация. Ой, все, ребят, по-моему, мне звездец будет. У меня очень мало здоровья. Так, хорошо. Пробил. Все. Она выиграла. Да, придется нам... ну, опять переигрывать. Ну, а что поделаешь, ребят? Ну, я уже, честно говоря, сбился со счету. Так, что? 26-я или какая там у нас попытка? Погнали. Фу. Может быть, вообще ничего не говорить? Может быть, просто, знаете, молиться каким-нибудь богам там? Богу, там кто у нас там? Бог войны-то. Я уже забыл, как его там величать-то. Арис, по-моему, да? Так, тихо. Отлично. Тихо, тихо, не даем использовать. Бьем. Отлично, хорошо. Успеет. Ах, как накрыло меня этой волной. Ужасно. Да надо получи айкой штуку, блин, зараза. Ты посмотри на нее. Не хочет, ребят, сдаться, не хочет. Вот сопротивляется как только может. В принципе, я тоже просто выкладываюсь, поверьте мне, на 100%, ребята.
Есть! Да неужели? Неужели получилось у меня это реализовать? Да ладно, сейчас она меня пришьет, ребят. Стопудово говорю. Ну! Эй! Тихо! Оу, круто! Она увернулась. Ха-ха! Ух! Ну что же, первая победа за нами, ребят. Нам осталось только начать и закончить. Ох, лишь бы начало и конец не затянулись. А то я уже действительно подустал. Мне надо, наверное, надо идти еще выпить пару чашечек кофе и обдумать, блин, стратегию очередную. Может быть, кстати, поменять что-нибудь на оружие. Какой-нибудь перк поставить новый, тоже как вариант. Ага, тихо, ребята, вроде бы пошло дело. Ай, ты... Слушай, ты достал уже тут, а? Есть, отлично, ребята. Нет, не надо тут делать никаких суперударов, пожалуйста. Ты за счет них, в принципе, только и выигрываешь. Да, ребята. Подожди, живем. Ай. Так, погоди. Да ладно, не надо буянить. Так, ребята. Подсечка, ну! Это было великолепно. Это просто изумительно. Да, действительно, великолепно. Слушайте, блин, у нас, по крайней мере, есть уже два шанса на то, что мы ее выиграем. То есть фора у нас в две победы. И это хорошо, ребята. Нет, не надо тут юлить. Не надо, пожалуйста. Да, ребята, очень долго я практиковался над вот этим вот уворотом. Люлей там получил хрен знает сколько, но тем не менее... Эй! Сработало. Я уже думал, пробило. Нет, ребята. Все отлично у нас получается. Слушайте, а может быть мы сможем ее победить? И мне теплится надежда такая, ребят, что... Да вы посмотрите, как все хорошо идет. Все складывается просто изумительно. Ну? Ну. Давай, Рэйчик, родной мой, не надо тут... Ай-яй-яй-яй-яй. Да пошла ты, стерва. Ребята, вот она, долгожданная моя победа. Блин, мы накрыли этого ангела. Ух, я вас всех поздравляю. И мы получаем с вами новый 16 уровень. Фух, давайте смотреть дальше, что нас там ожидает. Да мне уже плевать на этот ритуальный доспех, он мне не понравился. И носить я его точно не буду. Так, а вот эта вот маска морского дьявола, тоже какая-то ерунда. Обычные предметы дают, понимаете, даже не эпик, не легу. Ну, смотрим, давайте, что уж делать. Ну, порадуй папочку. Ага, конечно. Четырехстороннее лезвие. Редкий цепной нож. Ну, не знаю, насколько редкий. У легиона есть легенда про подвиг героя-чужестранца. Он спас нас от скверны и уберег сестер наследниц престола. Старшая стала нашей королевой. Мы стали следовать заветам героя. Во что бы то ни стало спасти от теней этот мир. Младшая долго болела, и ее спасти не удалось. Однако тень был рядом с ней в последнюю ночь. Мойра, это ты? Ты моя королева? Королева? Возможно. Наконец-то я свободна, и я увижу тень. Мы отправляемся на север, домой. Милая такая. Да, Мойра. Да, родная моя, мы отправляемся на север домой. Да, ребятушки, как вы поняли, мы с вами прошли 5-ю главу. Я нас с этим поздравляю. Мне очень понравилось. Жалко, конечно, что она была коротковата. Я бы даже сказал, слишком короткая. Но, тем не менее, будем с вами ждать продолжения. Надеюсь, разработчики не затянут это дело. Ну, а пока будем дальше с вами продолжать наслаждаться игрой, чемпионатами, ивентами и, в общем, всеми теми плюшками, которыми они нас будут радовать. Кстати, да, ребята, вот глобальный рейтинг, как мы видим, топ-100 игроков. Это вот именно на арене, по лиге. Я не знаю, я, наверное, сюда даже пока не вхожу, но я еще и не играл. Хотя, может быть, это вообще во всем мире, фиг знает. Ну, я смотрю, тут слишком много наших русских. Вот Путин, Батя, Ака, Вероника. Вот, глядите, смотрите, за все время легенда, лучший за сезон, текущий рейтинг 15 уровня, кубков 6000 у него. Вот у него костюмчик такой, он пользуется саями, понятно. Тут воробей КС, 100 уровня, 1 уровня он, да? У него 6300 кубков.
Вот смотрите, он тоже глефой орудует, как и я. Молодец. В общем, вот так вот. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если что, пишите мне в комментариях, делитесь своим мнением. Ну, а на этом все. Всем пока